Выдающихся достижений добились советские авиастроители в уходящем 1967 году. В год 50-летия Великого Октября опытно-конструкторское бюро Андрея Николаевича Туполева рапортует о создании нового пассажирского самолета для внутрисоюзных и международных авиаперевозок. Центральное телевидение ведет репортаж из рабочего кабинета генерального конструктора. Нашему коллективу очень приятно, что в настоящий юбилейный 1967 год, не просто как год, а год 50-летия советской власти, нам удалось построить и провести испытания самолета Ту-134. Наш коллектив вложил в эту работу много любви, много знания, много охоты, чтобы самолет, который мы сделали, был бы хорошим и верно служил нашей Родине. Он сейчас может перевозить 72 пассажира на расстоянии 2100 километров, а с дополнительными баками и до 3000 километров. Этот самолет летает со скоростью 900 километров в час. Он может эксплуатироваться с аэродромов, имеющих взлетные полосы примерно 1,5 километра. Но нам кажется, главное, что удалось получить в этом самолете, это большая надежность и безопасность полета. Нам еще приятно, что этот самолет хорошо оценен не только у нас, но оценен и за границей. Болгары уже заказали нам такие самолеты, договор заключен. Целый ряд других стран точно так же приобретает этот самолет. Мы рады, что наш самолет будет служить не только нам и целому ряду наших дружественных социалистических стран. Мне хочется, чтобы вместе с нашей радостью, радостью нашего коллектива по удачной работе, мог бы порадоваться и наши зрители. Мне хочется зрителей наших поздравить с Новым годом, пожелать им счастья в будущем году.